И долго это продолжалось? Ты продлил свою жизнь с помощью нанотехнологии, используя ДНК цефов. Ты хоть понимаешь, во что ты превратился? Защита. Модель 2. Включение. Модуль защиты противника потерян. Режим защиты противника усовершенствован. Противник использует спутник-шпион. Модуль маскировки противника потерян. Может, ты и правда всего лишь долбанная машина, но уж точно больше не человек. Ты, конечно, никогда особо и не тянул, но, Господи Иисусе, только взгляни на себя сейчас! Чье лицо скрывается за этим шлемом, пророк? Или у тебя больше нет лица? У меня не было выбора, Майкл. Программа Сэл. Мы были по уши в долгах. Мне пришлось сделать это. Мне пришлось слушать их крики день за днем, день за днем. Мы запустили процесс глобальных изменений в твоем организме. Но у нас не было другого выхода. Чтобы победить врага с таким непревзойденным уровнем технологии, мы должны были стать ими. Мы заплатили ту цену, которую с нас запросили. При этом мы перестали понимать, кто мы и кем мы можем стать лучшей версией нас самих. Нам, людям, был дан второй шанс. Давайте не будем забывать то, чему мы научились. Операции по устранению чрезвычайной ситуации запущены. Всем оставшимся агентам СЭЛ срочно эвакуироваться в подземный бункер 5Y9.